Приветствую вас! Я Мэтью, и я буду вашим гидом программы «Местные жители и пейзажи» по западному побережью Южных Альп. Этот уголок Новой Зеландии знаменит богатыми лесами, чарующими горами, морским побережьем и людьми, которые умудряются тут жить. С некоторыми такими людьми вам предстоит возможность встретиться. Я расскажу вам о Панаму, ценном зеленом камне, почитаемом маорийским народом, которые можно найти только здесь, на западном побережье. Вам, возможно, удастся попробовать местный деликатес – блюдо на вид, как омлет, приготовленный из мелкой белой рыбы. Также вы можете пройтись по дикому пустынному пляжу или пролететь на вертолете вокруг ледников и горы Кук. Мы заедем на одну из местных ферм, и там встретимся с местными фермерами. Также я хочу взять вас на пешую прогулку и рассказать вам о местном лесе. А если позволит погода, то тут же мы устроим пикник. Я жду нашей встречи с вами в этом уголке Новой Зеландии.